Любопытно, какие успехи делает искусственный интеллект в игре Го, потому что известно, что в шахматах он практически сравнялся с человеком. Ну вот я тебе сейчас отвечу на твои вопросы. В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете ЛЭТИ создали робота художника. И Дмитрий Радкин, наш коллега, возможно, даже ему вложит в манипулятор кисть. Посмотрим, что рисует этот робот. Доброе утро! Да, друзья, доброе утро. Вот представляю вам робот художник-реставратор. Ну, реставратор пока еще в будущем. Вот мы смотрим на картины, которые перед нами, и все это его работы. Хотя нет, не все. Вот здесь это настоящий, это оригинал, а мне подсказали, что вот это, эту картину написала машина. Но, если честно, я вот своим непрофессиональным таким глазом не могу отличить. И, собственно, разработчики этого робота, вот они перед нами. Друзья, доброе утро. Артур Каримов, Екатерина Копец. Доброе утро. Друзья, вот вопрос теперь, наверное, Екатерина, к вам. Как мне сказали, вы же отвечаете за техническую часть. Как я понимаю, это больше похоже на какой-то 3D-принтер. Так ли это? Это, с одной стороны, верно, так как на самом деле 3D-принтеры — это тоже роботы. Краска, которая наносится слой за слоем, если мы говорим про картины великих художников, которые рисовали несколько слоев картины, действительно у нас получается такая трехмерная картина. И за сколько эта машина может нарисовать, точнее перерисовать, это же ее основное назначение, перерисовать настоящую картину? В сумме оно примерно рисует часов 25. Достаточно часто такое получается, что он какое-то время стоит, ждет. Ну вот, рисовал где-то неделю. Артур, теперь вопрос к вам. Вы же как руководитель проекта, да, вот вы мне расскажите тоже немного об устройстве. В чем незаменимость, в чем необходимость такого аппарата? Как идея эта возникла? В те времена, когда мы только брали за этот проект, появлялись первые коммерческие разработки программ, которые могли по фотографии сделать картину. И было очевидно, что следующим этапом будет, когда будет создана машина, которая сможет эту картину воплотить в материале так, как это сделал бы художник. Мы создали систему и алгоритм, который позволяет нам по заданному цвету подбирать пропорции красок, которые машина смешивает физически, также смешивает, как художник это делает на палитре, и наносит их. Вот я ввел уже заранее введенную в строчку команду, нажал Enter просто. И робот пошел работать. Ага, я уже вижу, начинается движение, что-то происходит. Артур, вы говорили про реставрацию. Как скоро это произойдет? Вообще, в первых наших планах осуществить реставрацию той работы, которую он сам сделает. Ну, для того, чтобы пока с шедеврами не работать, мы что сделаем? Мы возьмем какую-то картину, внесем в нее искажения, имитирующие искажения, произошедшие со временем, и потом он ее отреставрирует. Это там в течение 2 лет мы планируем осуществить такой эксперимент. Я вот сейчас прям предвижу вопрос реставраторов, которые прильнули к экрану и сейчас со страхом пытаются узнать, лишит ли он их работы. Ни реставраторов, ни художников, конечно, эта машина работы не лишит, поскольку главное назначение любой автоматизации – это повышение производительности труда, если говорить вот сухим таким научным языком. Наоборот, это будет их незаменимый в будущем помощник. Да, Артур и Екатерина, спасибо огромное. Друзья, ну вот такое прекрасное чудо техники. Вот, если честно, я считаю, робот-художник уже практически есть, практически на потоке. Совсем скоро можно будет и, наверное, робота-корреспондента в кадр поставить. Поставил его на место, загрузил в голову какую-то информацию, читает себе, не ошибается, но и импровизации от него, конечно, не дождешься. Доброе утро еще раз всем.